Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Не смешно же. Смешно. Смешно. Улыбайся быстро. Быстро улыбайся, сказал ха-ха. Быстро сказал ха-ха. А чё я такой маленький? Чё ты такой высокий, а я маленький? Я чё, карлик, что ли? О! Зажигай, зажигай, Васёк, давай, давай. Руби музяку. Видишь, сколько народу собралось? Давай, давай, давай. Соло ещё на гитаре. Все, завязывай. Эту штуку не ломал, да? Я вот туда вот не заходил, да? Куда она убежала? Хера он бессмертный. Хера он бессмертный, ты чё? Дурак. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы с вами продолжаем сталкерить. Продолжаем сталкерить. Закончили, мы сидим здесь у костра. Стоим. Окей. У костра. Здесь у нас уже два чувачка. Ну, точно звери по цвету шкуры. Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. Давай. То ли нас от зоны, то ли зоны. Объявление на стене бара. По поводу празднования дня сталкера. Заткнись. Охоты, в скобках, монстры и собирательства, в скобках, артефакты. Сбор всех любителей этого дела назначен на 6:30. Этого дела брать по 2 литра. Ха-ха. Не смешно же. Смешно. Смешно. Улыбайся быстро. Быстро улыбайся, сказал ха-ха. Быстро сказал ха-ха. Окей, так. Второй раз весь прибыток залезет. Мы с вами, короче, нашли флешку, нашли усовершенствованный костюм. Нужно отнести это все в лагерь. Вот. Флешку Сидоровичу, костюм Шустрому. Вот. Но перед этим мы отправимся, короче, я хотел. Так, стопэ. Я хотел отправиться. Студент на экзамене. Вот это сюда. Профессор, здесь понимаете? У нас были, короче, две точки. Математику, потому что совсем вот. Не сплю в последний месяц. Вот только закрою глаза, как какие-то две точки, короче, было здесь. Картина. Меня они пропали. Вот. Хотели туда сходить. Но ладно, они пропали, так что пойдем, короче, значит, в лагерь. Вот. В комментах вы сказали, что в лагере недалеко от. Так, F5. Недалеко от бункера Сидоровича есть бомбезный костюм. Вот, бомбезный костюм, бомбезная броня. Надо где-то порыскать, посмотреть. Так, трамплин, окей. Трамплинчик обходим стороной. Вот. Так что сейчас посмотрим еще броньку. Поищем, посмотрим. Посмотрим, что можно у Сидоровича купить. Вот, ну, в принципе, у нас и покупать-то не на что, да? Ну, я надеюсь, что Сидорович сейчас там отвалит немножко баблишко. Вот. Так. Тут что-то стая собак вообще. Где? Надо испугнуть. Надо испугнуть их, короче. Опа, 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 опа. Где там? Опа. Опа. Разбежались. Хорошо. Это кто? Красный. Кто? Ладно. Пускай там блуждают они. Так, убери оружие. Так, убрал. Так, убрал оружие. А чё я такой маленький? Чё ты такой высокий, а я маленький? Я чё, карлик, что ли? Понятно. О! Зажигай, зажигай, Васёк, давай, давай. Руби музяку. Видишь, сколько народу собралось? Давай, давай, давай. Соло ещё на гитаре. Все, завязывай. Не-не-не, не надо. Класс. Не завязывай, ты развязывай давай. Помазал. Кого я там помазал? Опа! Это я заберу. Кто-то сложил, а я заберу. Так, окей. Стой, погоди. А где Шустрый?
Шустрый здесь, да, у нас? Вот на карте показано. Спит. Угу. Дрыхнет. Давай, вставай, костюм принес. Дороги бархатом, сталкер. Брахатом. Так, я по поводу задания. Задание выполнено, а вот и гонорарчик. Кольчужная куртка, потерян предмет. Ага. Каменный цветок и задание выполнено. Каменный цветок он мне какой-то дал, короче. Я думал, он мне джинжат подкинет. Ну ладно. Так, мне нужна работа, есть еще что-то принять. На данный момент ничего нет. Угу. О чем можешь интересного рассказать? Мне бы сейчас перерыва обеденного у этих красопетов в погонах дождаться. Торчать тут без толку. На большую землю надо. А эти не спускают. Так их переток. Так их переток. И один на выход мылюсь. А только все равно никак пока проскользнуть не можем. Окей. Хорошо. Так. Ух ты, каменный цветок, ты смотри. 1600, ё-моё, нифига. Окей, Сидоровичу отвалим. Сидоровичу отвалим, F5. Так, идем к Сидоровичу, короче, отдадим флешку. Где-то здесь, короче, вот вы сказали... Опа, колючая проволока. Где-то здесь, вот вы сказали, бронька лежит. Что-то там полазить, попаркурить надо. Я так полагаю, либо где-то... Так, погоди, тут радиация. Ой-ё. Тут радиация, наверное, навряд ли. Недалеко, сказали. Вот. Попаркурить, полазить. Ну, скорее всего, раз попаркурить, полазить, значит, где-то вот на крыше, наверное, да? Ну-ка, давай-ка. Позырим. Есть ли как-нибудь залезть, заход на крышу? Попаркурить, полазить. Попаркурить, полазить. Так, тут не забраться. Ну на этот дом никак не залезть. Вот тут здесь, наверное. Вот здесь вот как раз, вот смотри, видишь, всякие штучки, дрючки. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Твою-то мать, а, упал. Ладно. Попаркурить, полазить, говорит. Говорите, попаркурить, полазить. Блин, на дереве, что ли, где-то? Бляха. Ты эту броню не видел, нечего? Не убивай. Дай. Нет. Да я тебя не трогаю. Да что ты залезь ты? Так, попаркурить, полазить. Здесь пусто. Здесь пусто. А вон там? Не. Бляха, не знаю. Попаркурить, полазить. Бронька, 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 бронька. Эх ты, бронька. Бронька, 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 бронька. Ты моя. Бронька, 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 бронька. Эх ты, бронька. Да нет, ее здесь нету. Ну блин, так-то самое место, смотри, для броньки, да? Недалеко, говорит. Бляха, не знаю. Окей, ладно, давай-ка сюда еще зайдем. Давайте сейчас порешаем, короче, дела с Сидоровичем. Посмотрим, что он нам сейчас скажет. Здорово, братко. Приветствую меченого. Как успехи? Ситуация прояснилась. Флешка-то с информацией где? Вот она. Так, 1,5 косаря он мне дал. Флешка пленного. Забрать информацию у разведчика, ага. Так, и спецзадание, нужна работа. Так, спецзадание, я так полагаю, это у нас сюжетка, да, наверное, скорее всего. Поэтому мы затрагивать ее пока не будем. Давайте, мне нужна работа, если что, есть что на примете, окей. Притащить хвост псевдо-собаки. Убить торгового представителя, зачистить местность от мутантов, найти артефакт медуза.
Так, окей. А давайте, наверное, что? Артефакты вот это искать, это пипец. Это ходить искать надо. Хвосты тоже это надо искать, ходить искать. Вот. Давайте, наверное, начнем вот из этих. Вот убить торговца, торгового представителя, либо зачистить местных мутантов. А походу, если найдем там ту же медузу, да, уже придем, ну, заберем ее, придем уже и выберем вот это задание. Сделаем по-умному, да, чем просто тупо убивать серию на то, что в поиске. Вот. Давай зачистить местность от мутантов. Вот это. Дело есть не очень тяжелое. Тут ко мне тут туриста иностранного привезти хотят. Он деньжат моим корешам подкинул, чтобы на зону посмотреть. Ну и там, где водить его будут, тогда почистить район от мутантов. Возьмешься? Да, конечно. Окей, взялись. Взялись за эту работенку. Ух ты, что? Гром. Кстати, да, в комментах вы писали про гром. Вот, типа, хорошее оружие. Данный ствол отличная работа одного из сталкеров-умельцев, которому удалось переделать винтовку под более распространенный патрон 5,45 мм. 20 косарей, короче, надо. Вот. Я надеюсь, он не исчезнет, или у него инвентарь как-то меняется рандомно, я не знаю. Вот, потому что в прошлый раз не было ничего, а тут раз появилась, короче, гром. Вот. Так что давайте, наверное, будем копить на гром. Блин, броньку бы. Напишите еще раз в комментах, короче, где именно вот надо полазить. Потому что на дом на какой-то залазить или что, потому что я нифига не понял. Нифига я не понял. Я вот видели, да, полазил по дому и нифига не было. Так, хорошо. Хвост собаки не продать. Каменный цветок можно продать. И кровь камня можно продать. Давай. Продадим ему, а тут посмотрим. А, пистолет еще можно продать. Окей. Неплохо. Хороший товар. А то. Так. 3870. Так, до двадцатки нам еще 12 130. Вот так бы всегда. Вот так. Опа, я жрать захотел. Стопэ. Сидорович, стопэ. Так, что сожрать? Давай батон с колбасой. Хорошо. Батончик с колбаской. Так. 5 штук, да, у нас. Давайте, наверное, по системе 5. По системе 5 будем играть. Это значит то, что себе мы оставляем по 5 всяких всех вещей. 5-5. Ну, вот этого мало-мало, да? Так. Хвост собаки мы уберем, может, кому-то продадим. Вот. Водки 5. Всего по 5, короче, берем с собой. Остальное будем складывать, чтобы копилось. Вот, чтобы у нас всегда был какой-то запас. Окей, убивать мутантов идем. Ну, проветришься, заходи. Давай, бывай. А получить спецзадание у торговца. Ну, я говорю, это сюжетка, но ее пока затрагивать не будем. Затрагивать ее пока не будем. Так, окей. Я не понимаю, короче, где паркурить. Тут у нас ничего нет. Сюда нам не залезть. Я так полагаю, да? Хотя... Нет, не залезть. Тут нам не залезть. Тут у нас что? Тут у нас... Опа, аптечка. Хорошо. Не зря зашел. Так, что у нас здесь? Здесь нам не попаркурить ничего. Ни черта. Можно в какие-то здесь дома зайти, нет? Наверх. А, погоди. Я же вот эту штуку не ломал, да? Я вот сюда вот не заходил, да? Окей. Так. Да убери ты уже автомат, ножик. Так, или я здесь был? Я здесь, по-моему, не был. Так, погоди, опа. Ух ты, оно шевелится. Оно шевелится, ты смотри. Нормуль. Так, окей, здесь заперто, здесь ничего нет. Хорошо. Ни черта здесь нет, мы только зря сюда пришли.
Только зря себе проход открыли. Но я думаю, может, для чего-то нужно будет. Попаркурить, говорит. Окей. Броньку мы не нашли здесь. Уточнить. Так, ты что, положили? О, зашибись. А, анекдот пропустил. Ёкало мане. Так, здесь тоже, по-моему, ничего нет, да? Здесь мы смотрели. Здесь, вон, есть, да, вот эта штука, но здесь ничего нет. Да уйди ты. Окей. Короче, да, напишите в комментах еще раз, для туго соображающих, точнее меня, как, куда паркурить надо. В какую степь надо паркурить. Потому что я не понимаю, где броня лежит. Где лежит эта броня? Окей. Да, блин, туда не пролезть. А, я застрял. Ёкалмана. Опа, хорошо. Отстрял. Да что ты перепрыгнул-то? Я хочу вот сюда. О, хорошо. Упал. Под предлогом попаркурить я предполагаю, что нужно все-таки залазить куда-то, да? Так, возможно, я в правильном направлении. Опа, баночка. Опа, смотри, здесь вот штуки. Ай, главное не падать. Окей, хорошо. Хлоп. И пусто. Твою мать. Пусто. Так, бронька. Но здесь что-то нет, ничего. Оп. А здесь тоже. Зря только залазил. Погоди, она провалится там через текстуру, ничего не могло. Ну-ка. Да, конечно, смотри, винтов сколько. Жук. Так, окей. Погнали. Дальше. В этот дом мы залазили. В машине-то нету брони? Окей. В этот дом мы залазили. Так. Какой? Вот в этот дом мы еще не залазили. Давай посмотрим здесь. Возможно, здесь тоже есть бронька. Опа! Ты броню не видел, чувак? Отдыхай, ладно. Я тебя трогать не буду. Так, смотри. Здесь вот проход наверх. Но как туда залезть? Непонятно, как туда залезть. С дерева прыгать? Как вариант. Только на дерево надо залезть как. А, чих, я вырубил, короче, вырежу. О. Потому что там очень громко, и у вас уши лопнут. От моего чиха. Так, не понимаю. Так, хорошо, ладно. А, этот дом. Что с ним не так? На это тоже не залезть. Окей, хорошо. Короче, пишите, да, напишите еще раз в комментариях, где точно броньку искать. А мы идем, короче, с вами зачищать. В смысле, погоди. Да что ты? А мы идем с вами зачищать лагерь. Уничтожение лагеря мутантов. Окей. Блин, у меня всего 5 патронов. Надо было патронов у него купить. Так, это я убивал, да? Надо было патронов, короче, у Сидоровича купить F5. Ага, здесь мы лазили. О, тихо. Собака. Так, этого мы смотрели все. Туннель мы тоже там были.
туннеле мы тоже были, мы тоже смотрели. В туннеле, короче. Да, не из лучших погодку я выбрал, чтобы пойти сюда. Так. Вон там надо будет сейчас посмотреть. Опа! Ты чё? Слепая, что ли? Окей. Надо, короче, перестрелять собак. Ну, перестрелять собак это... фигня. Сюда идите. Ба! Минус одна. Окей. А кто следующий? Эй, псина. Тю-тю-тю-тю-тю. Тю-тю-тю-тю-тю. Псина, тю-тю-тю-тю-тю. Куда она убежала? Хера он бессмертный. Хера он бессмертный, ты че? Дурак. Окей, так, камешек. Эй, псина, тю-тю-тю-тю-тю. Псина, тю-тю-тю-тю-тю. О, вижу. Сюда иди. Хорошо. Так, погоди. Я хоть то место, ну, вроде то, очищаю, да? Ни одного мутанта не вижу. Они что, все разбежались, что ли? Эй, псины! Тю-тю-тю-тю-тю. Тю-тю-тю-тю-тю. Странно. Так, окей, давай-ка... О, вижу. Сюда иди. У меня для тебя есть патрончики. Сюда иди. А сколько надо убить? Сколько надо убить? Так, ладно, давай-ка посмотрим сейчас. Опа, еще где-то. Давай-ка, короче, посмотрим здесь. А может, они подойдут, эти мутанты? Что-нибудь здесь интересное. Так. Ячечки эти разбиваем. Пусто. Опа. Опа, трупец. Хорошо. Пекаль нам не нужен. Да что ты, блин, вот как-то... журнал. Найден на КПК мертвого сталкера. Я оставил на заброшенной ферме небольшой тайник. Там немного еды, патроны. Нести уже не могу. Силы на исходе. Не уверен, смогу ли я добраться до лагеря. Где? А, на заброшенной ферме он тайник оставил. Окей. Тайничок. Опа! Опа! А, так, вот такую мы брали с вами, да? Как раз искали, да? Нашли тогда. Так, а что лучше? А как посмотреть это? Можно сравнить-то как-то, нет? 10, 10, 10, 10, 10. А, ну это получше смотри, да? Чем моя. Окей. Хорошо, броньку уже какую-то нашли. Чуть получше, чем у нас есть. А, так. Трамплин. Трамплин. Так, окей. А, еще есть вот здесь, да? Заброшенная ферма. Это вот эта заброшенная ферма или это не ферма? Там что-то никого. Никого нет. Есть здесь кто? Я пришел за лутягой. Что-то ни черта здесь, нет? Что-то. Так, только аномалии что-то тут. Пищат, короче. Давай наверх. Посмотрим, что у нас здесь наверху. Посмотрим, что у нас есть наверху.
О, какую-то штуку вижу. Кто-то, блин, воюет. Опа! Хорошо. Блин, патроны упали. Надо вниз спуститься. Я застрял! Хорошо. Кого он там пристрелит? С кем они там воюют? Так, патроны у меня куда-то упали. Во. Бинты, патроны. Хорошо. Ладно, пошли, короче, убивать этих. Они там между собой воюют. Хорошо. Мутантов. Мутанты. Мутанты. Разве вы не понимаете, что мне нужно вас убить? Что мне нужно вас покалечить? Есть тут кто? Готово. Иди сюда, сюда, сюда. Е-бой. Е-бой. Так, пусто. А где второй труп? О. Пусто. Хорошо. Что-то я тут журнал, короче, взял. А, мертвого сталкера. Так, погоди, вот этот тайник лагеря. Где он находится? На ферме на какой-то. Контейнер в вагоне. Окей. Это что, тайник с оставленным погибшим сталкером? Да ладно, он как это? Как задание? Смотри. Ну-ка, давай туда сходим, да? Интересно, интересно. По пути, короче, сейчас вот эту штуку заберем. Окей. Давай-ка туда сходим. Надо вот это залутать. Хорошо. Хлоп. Такой вообще просто бессмертный, да, отчаянный чувак, короче. Хлоп. Так, что-то еще появилась справка, смотри. Общество, армия. Солдаты регулярных армейских частей охраняют под... Чего, блядь? Охраняют подходы к закрытой территории зоны, патрулируя периметр, расстреливая мутантов, отлавливая мародеров. Армейский спецназ, элитные подразделения. Как правило, высаживаются в зоне для проведения спасательных и специальных операций. Окей. Так, аномалия, карусель. Название обусловлено эффектом поднятия воздуха любого животного существа с последующей раскруткой до огромной скорости. Природа карусели пока не исследована до конца. Обнаруживается по легкому пылевому вихрю и разбросанным фрагментам тел вокруг. Очень важно не упустить момент сначала втягивания в аномальный вихрь и не попасть в зону максимально сильного эффекта в центре. Только тогда есть шанс отделаться минимальными травмами. Образует три вида артефактов: кровь камня, ломость мяса и душу. Артефакты медуза. Образуется в аномалии трамплин. Формирует слабое защитное поле, побочным эффектом которого является легкое излучение. Артефакт широко распространен и недорог. Так, ладно. Трамплин. Где трамплин, короче, там может быть медуза. Окей. Ух ты, ёп. Туда соваться я не знаю. Это что-то опасно. Напомню, что мы читали, оно типа убивает. Это вообще жестко, да? Блин, оно исчезает-то ненадолго. Пробежать я не успею. Так, хорошо. Давайте пойдем в обход. Пойдем в обход. Так, стопы. Тайник сталкера вот здесь, да? Журнал опять. Мертвого новичка. Тут какая-то очень странная аномалия. Похоже, она передвигается. Я попытаюсь вычислить траекторию и время перемещения, потому что платить солдатам на мосту за проход у меня нет денег. Так. Получить спецзадание, вернуться за наградой мутанту. А оно как задание не отмечено, что ли, вот этот тайник? А цель как будто задание. Так, здесь есть какая-нибудь дырка, не знаю. По-любому какая-то дырка в заборе должна быть. Опа! Слышал, да? По-любому какая-то дырка в заборе должна быть. Вагон. Еще в вагон надо как-то попасть.
О, я, кажется, нашел. А может, так в присядку? Ай, главное не упасть. Что-то не прыгает. Так, ага. Погоди, надо с той стороны. Надо с той стороны. Опять. С этими, короче, не связываемся. Нахер их. Пускай они там сами с собой, короче, воюют. Я не буду с ними. Блин, просто погода, гром, не на шутку, да? Разошлась. Просто. Дождь-то такой, вроде как маленький, да, моросит, как этот такой. А гроза, гроза-то какая. О, нашел дырку. Хорошо. Хорошо. О, отлично. Так, давай-ка посмотрим вагон. Что там в вагонах? Так, туда мне не залезть. Угу. Надо перепрыгивать, короче. Здорово, чуваки. Да-да. Так, последнее сохранение. Главное не падать. Главное не падать. Смотри, я еще и выжил. Я упал, еще и выжил. Крови много потерял, правда. Так, окей. Опа, 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 хорошо. Так, надо сох... Ты видел, там куда-то чувак поехал? А, или это труп? Так, хорошо, хорошо. Вот так. Не залезть, что ли? Погоди, погоди. А че? У меня все напрасно? О, хорошо. Все четко. Так. С вагонами. А, вот здесь можно перепрыгнуть тоже, да? Выстроено так. Ну, нафиг, короче. Здесь может быть что-то интересное. Нет, здесь ничего интересного. А, вон тот вагон. Не здесь, не вот этот вагон, а вот здесь вагон. Так. А, в каком вагоне-то? Я что-то не понял. А, во. Что это? Колючка. Колючка. Результат взаимодействия аномалии. Жгучий пух и тело невнимательного сталкера. Шипастый артефакт колет тело владельца, как бы его не крепить. Но он же помогает очищению организма от радионуклидов. Довольно распространенный и дешевый. Еще и дешевый. Фу, блин. Столько, короче, косарь. Ну, в принципе, косарь нормально. Столько лазаний, столько всего, чтобы забрать вот этот вот... О, чувак. Живой, да? Так и загнешься. Увы, парень, увы. Я что-то так близко пошел к этому блокпосту. Так, погоди. А я смогу пройти, здесь никого нет вроде. Ну-ка. Они все перебили друг друга, что ли? Ух ты! Так, так, забираю, забираю. Водичка. Водочка, водичка. А, вон военный. Вон военный. Ух ты, ни хрена их там! Жесть. Жесть. Ай-яй, ай-яй. Так, чувак, ты чё? Тебя надо... Да! Тебя надо это... Кто-нибудь аптечку дайте. На, держи аптечку. Я пошел. Я пошел нахрен отсюда. Да беги ты. Так, надо в обход. Это что за звуки? Это что за звуки? Там труп? Тут труп. Тоже надо болтать как-то.
Жесть. Ладно. Больше туда не суемся. Хорошо. Я понял. Так, поваленное дерево. Окей, та, вот эти здания пока мне не нужны. Мне нужно, короче, на ту сторону. Опа. Опа! Хорошо. Шикардос. Автомат. Так. Бандиты что-то там написали. Ничего не появилось, короче. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Опа. Еще один автомат. О, блин, мне не нужно два автомата. Уйди. Нифига себе, такие с калашами. Хороший автоматик. Да что ты? Появляется из ниоткуда, короче, этот артефакт. Опа, кабан. Он меня не видит, я его не трогаю. Окей. Где-то, короче, вот здесь, куда-то сюда. Собаки. Правильно же иду? Ай, ай, собака. Так, это, наверное, вот там, с той стороны. Погоди, а чё, я неправильно, что ли, пошёл? Чё-то я не понял. Туда иди. Готово. Вот это вот псевдособака, да? Как я помню, в комментариях тоже написали, короче, вот это вот похоже на кошку, это псевдособака. Нифига вас тут много столько, ушли! Ушли, блядь! Ушли! Шапки ссатые! Вы вроде слепые! Ушла! Нахрен! Сыкло, да? Все зассало! Так, хвосты сейчас пообдираю вам. Нету. Ни одного хвоста нет. Нету. Где там псевдособака? Где эта кошка драная? Тоже нету ничего. И, кстати, ее хвост надо принести. А тут ничего не дают, жалко. Погоди, это тот, короче, схрон или нет? Видел, как возле железнодорожного в лесу накрылся в аномалии какой-то сталкер. Вроде шмотки неплохие были. Про Вичи что-то говорил, короче. Где-то. На карте было... Я не понимаю вот это вот фишки, короче. На карте вроде было отмечено, пока я шел, короче, раз и исчезло. Что за бред-то? Что за дичь-то? Опа, здесь радиация. Хорошо. Не в туннеле или схрон? Я не помню, блин. Там... Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, мне херово, я сейчас блевать начну. У меня... Так, водки надо выпить. Вот эта штука у меня есть, хорошо. Аптечку одну. Так. Дай-ка я почитаю там. У меня же где-то было написано, да, вот КПК... А мертвого сталкера. Вот я оставил на заброшенной ферме небольшой тайник. Там немного еды, патроны. Нести уже не могу, силы на исходе. Не уверен, смогу ли я добраться до лагеря. Небольшой ферме. А где небольшая ферма-то? Вон там, что ли, дома стоят? Ух ты. Ёк, ЛМН, опасный уровень радиации. А чё так быстро-то?
А че... В смысле? А че так быстро-то? Погоди. Еще одни такие же шмотки. Там вон сверху что-то какая-то еще штука. Ну-ка, погоди. Ну-ка, стопэ. Вот, короче, вот здесь пройти, пробежать. Там вроде как... Не, радиация есть. Да залезь ты! А почему не залазить-то? Почему я не могу залезть туда? Ну-ка. Ну-ка. Я хочу тут артефакт забрать. Высокий уровень радиации. Почему так быстро радиация-то? Уйди! Да почему ты не залазишь-то? Упырь. Как залезть на этот поезд, сатый? Лестница вроде есть, а как залезть-то? Почему на лестнице не залазить? Еще и аномалий целая куча здесь. Да как обойти-то эти аномалии? Они, смотри, они кругом. Они кругом. Так, хорош. Почему не залазишь? Залезь ты. Ай, пищит-то как. Ай, пищит-то как. Да, блин, запутался. Водки надо выпить побольше. Водки да побольше. О, с водярой-то. О, как залез с водярой-то. Оп-опа. Опа-опа. А это что? Обрез двухстволки. У меня такой же, да? Оп. У меня такой же обрез двухстволки. Только у меня поломанный уже. Надо поменять. Разрядить и выбросить. Хорошо. Так, костюмчик я тоже сейчас заберу. Пускай будет. Пригодится. Окей. Ладно, там заброшенную ферму. Мы, короче, туда не пойдем. Пока. Как мне отсюда выйти? Вот, вот пищит-то, вот пищит-то, а. Жесть. Все, хорошо. Мы туда не пойдем, короче, в эту ферму. Надо найти привал. Надо найти привал, короче. О, нашел. Пацаны, ой, пацаны, выручайте, пожалуйста, пацаны. Они ему автоматным стволом в грудь уперлись. Стоят, смотрят, удивляются. Пацаны, ты гляди, как тут, так сразу, пацаны, выручайте, пожалуйста. А как на свалке, так сучары и педрилы? Хорош уже. Я, правда, не понял, я не сначала слушал. Окей, давайте вот здесь вот мы F5 и будем закончим, короче. В следующей серии отправимся с вами... Отправимся с вами обратно в лагерь, да, принесем, короче... А, заберем награду. Вот, в комментах вы напишите мне, где броню смотреть, искать. Вот. Потому что я так толком и не понял. Что-то видели, да? Я попрыгал, побегал, попрыгал, короче, ничего не нашел. Вот. Также какие-нибудь подсказочки еще пишите. Лучше бы дома сидел. И что еще хотел сказать? А, хотел посмотреть, что-то там просили, короче, отсылочка... Так, водка производства компании GST хорошо пьется, заметно снижает воздействие радиации, однако злоупотреблять ей не следует. Выпить, выбросить.
Отсылка это вот это, что ли, компания GST? Да? Вот. Ладно. Вот на такой, короче, мелодии мы с вами закончим. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. И с вами был Валерий. Всем пока.